Добрый вечер, братья и сестры. Приветствую вас именем Господа Иисуса Христа в этот вечер. А? Разве я сказал, да? Братьев не отметил? Нет, сегодня много братьев. Слава Господу. Перед началом хочу сказать, все, наверное, вы знаете, что время переходит на зимнее, там в Вильнюсе. Поэтому мы тоже будем переходить в воскресенье. У нас будем собираться к 12 часам. А теперь в четверг будем собираться. Ну, Илья не может, 5:30. Говорит, ну, к 6. К 6 нормально, да? Так что в 6 часов... Нет, Илья не может. Угу. К 6 часам. Так что вот это время... Ну, мы еще напишем, так же, чтобы... То есть в 6 уже начало, чтобы было. Ну, не 5:30, ну... В 6 уже начинаем пение уже. Так что рассчитывайте, да. 5:30 тишины у нас давно уже как бы нет, хотя отменилось. Да, это, конечно, неправильно. Вот. А пророк сказал, 5:30 тишины. Ну, вот. А мы потихоньку уходим. Ну, ладно. Благослови Господь. Давайте мы сейчас помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, и сейчас мы в этот вечер пришли, Боже, в этой с верой, Господь, что Ты, Господь, сегодня, Господь, также будешь с нами, Боже, и просим, Господи, Боже, благослови сегодня это служение, Господь. Благослови слово, Господь, которое Ты сегодня приготовил для нас. Благослови, Господь, проповедующего брата. Благослови молитву, Господь. Пусть наши молитвы, Господь, пусть наши чаяния, все, что у нас есть, мысли, Господь, будут услышаны, Господь, Тобой и отвечены. Мы верим, Господь, в это, что Ты, Господь, Бог всемогущий, Господь, всеведущий, Господь, все знаешь, Господь, помышление нашего сердца и все, что, Господь, у нас есть, Господь, Ты уже это знаешь. Мы это все приносим Тебе, нашему Господу Иисусу Христу. Благослови, Господь, сейчас также наше пение, Господь. Благослови, Господь, наше хваление, Господи. Услышь, Боже. Мы все отдаем Тебе это время и себя, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.
Добрый вечер, святые. Слава Господу, у нас немного сегодня. Но я верю, что где двое или трое собраны во имя Его, там и Он посреди нас. Аминь. Слава Господу. Я пребываю в Отце всегда во всякий час. Его слова во мне пребывают. Хожу в присутствии славы Яшекина. Небесный мир меня окружает. Цивилизация веры теперь вблизи, и я рожден в этот новый мир. Зовет меня совершенство в этой сфере жить, верить и изрекать, творить. В Божьем духе я хожу, имею связь с небесной сферой духа я. Не угашу, я призван жить в атмосфере веры. Вера — сущность для меня. Господь дает мне откровение, и как кино шагаю я то совершенное видение. Я призван Богом, помазан, силой наделен, стою в позиции, цель вижу ясно. Нести Христа атмосферу предопределен и выражать на земле Его царство. Миндальный посох в присутствии Шекина ожил, расцвел и принес плоды. Сияние вечного слова пребываю я, чтоб славу вечности здесь явить. В Божьем духе я хожу, имею связь с небесной сферой духа я. Не угашу, я призван жить в атмосфере веры. Вера — сущность для меня. Господь дает мне откровение, и как кино шагаю я то совершенное видение. Господь сказал, мир уже не увидит меня, но вы увидите, я буду вас. Мы прославляем Христа в совершенные дела, течет рекой жизнь Его через нас. Я каждым словом жив, что Бог мне говорит, Он не изменит свои дела. Все поколеблется, слово только устоит, я в нем пребуду навсегда. Навсегда. В Божьем духе я хожу, имею связь с небесной сферой духа я. Не угашу, я призван жить в атмосфере веры. Вера — сущность для меня. Господь дает мне откровение, и как кино шагаю я то совершенное видение. Аллилуйя. Так благодарна, что Он сказал нам не страшись. Он доведет это дело до конца. Не голода ушла в поисках покоя. Я из земли Маавоса поле не знала я, трудясь во дни жатвы, кто повстречался мне, родственники, искупитель дал.
обещание на гумне сказал мне, ты не страшись, не успокоюсь я, пока к себе не возвращу тебя. Дело доведу я сам до конца, ты драгоценна мне, моя невеста добродетельная. Я возлег у ног Христа, и Он покрыл меня, открыл все тайны мне. В слове вижу я себя, знаю теперь, кем я являюсь, и права все заявляю. Цену всю Он заплатил, чтоб я полноценно жил. Сказал мне, ты не страшись, не успокоюсь я, пока к себе не возвращу тебя. Дело доведу я сам до конца, ты драгоценна мне, моя невеста добродетельная. О, когда я вижу его любовь. Когда я вижу всю любовь, что мне во Христе явилась, стою я на колени вновь, благодаря Его за милость. Господь мой Иегова Рафа, Иегова Иреон, в слове Его покоюсь я, ведь Он более чем силен. Сказал мне, ты не страшись, не успокоюсь я, пока к себе не возвращу тебя. Дело доведу я сам до конца, ты драгоценна мне, моя невеста добродетельная. Заботы все, заботы все ему уверяю я. Он мое утешение. Нет большей любви, чем Божий план искупления. Полный возврат, восстановление, явилось в облаке знамение, над землей Искупитель мой жив. Он не мил, вернулся Он, что взять своих домов. Ой, Искупитель мой жив. Искупитель мой жив, Он не мир, вернулся Он, чтоб взять своих домой. Аминь. Добрый вечер всем. Слава Господу, что мы имеем эту возможность прийти, правда? Ну, сегодня не так много людей. Знаешь, что тут какой-то вирус пошел. Вот. Знаете, но лучше вирус по плоти, чем вирус по духу, правда? Вот, от этого вируса легче избавиться, чем вирус, когда в духе. Вот, поэтому пусть Бог исцелит каждого,
Ну вот у нас сегодня такая молитвенная, как бы собрание. Ну, не знаю, как поведет Господь брата Диму, но пусть Бог управит его мыслями и всем остальным. Мы будем молиться, будем поддерживать. Вот, хочу поприветствовать всех, кто на трансляции. Знаете, когда мы поем «Искупитель мой жив», да? «Искупитель мой жив», он не миф. Я, прежде чем мы будем молиться, просто хочу зачитать одно СМС, которое я, помните, перед тем, как закончить, ну, когда был брак, и уже хотел закончить, ну, и потом Господь просто напомнил мне, чтобы я высказал свидетельство о той сестре, которую я в российском Донецке встретил, и у нее было такое депрессионное состояние. И она мне после вчера или когда прислала мне смс-ку, просто хочу зачитать это. «Дорогой мой пастор, я благодарна Господу, что Он побудил тебя говорить обо мне на воскресном служении. Хотя вначале было сильное смущение, мне было неловко. Но потом сошло присутствие Божие, и я поняла, что это Бог во плоти говорил ко мне. Я написала об этом Гале Пахаренко, а она ответила: я за тебя искренне рада. Это ее, ну, наша сестра, ее близкая такая подруга, с которыми они общаются. И она говорит: я за тебя искренне рада. Смотри на конечный результат Иова, ибо это твой путь. И это было от Господа. Начала читать книгу Иова, не все понимаю, но те мысли, те переживания, что были у меня, вижу у него, уповая на Господа, что Он даст мне благодать осознать, что Искупитель мой жив». Знаете, и когда мы сейчас пели эту песню, «Искупитель мой жив», вот это самое главное, увидеть, понимаете, что Искупитель мой, не чей-то, а мой, понимаете, Он жив. А если же Он жив, то Он и пришел для того, чтобы искупить, чтобы все восстановить прежнее состояние. Поэтому я благодарен Богу, что Он жив, что Он среди нас, что Он творит свои дела, что Он дальше совершает труд свой искупления, потому что именно мы живем в этом. Потому что между праздником кущи, мы знаем, если говорить, то мы можем сказать, мы уже праздники кущи. Но когда мы говорим о миллениуме, то мы знаем, что это будет праздник кущи. Но между праздником кущи идет праздник искупления или праздник восстановления. А что это такое? Это Искупитель мой жив. И пророк пришел для чего? Для того, чтобы вернуть первоначальную веру. А какая была первоначальная вера? Вера апостолов. В чем она заключалась? Эта вера является семенем Авраама. Да? Писание говорит: рожденный от Бога не грешит и не может грешить. Почему? Потому что семя Божие пребывает в нем. Понимаете, из-за семени человек защищен. Семя – его защита. А что за семя? Семя веры. Аминь. Потому что мы, дети Авраама, по вере, по этому семени, не по плотскому семени, но по этому семени. И Иоанн, когда пишет, он говорит: это является нашей защитой, это является нашим щитом, это является то, что отражает стрелы дьявола, это является нашей победой. Что? Семя. Семя веры. Поэтому это семя, если пребывает в твоей душе, а для чего пришел Дух Святой? Для того, чтобы оживить это семя. Чтобы это семя начало выражаться, чтобы это семя начало жить, чтобы это семя начало проявляться. Аминь. Понимаете, мы не можем. Мы можем загнать людей в закон. Мы можем показать: это надо, это надо, это надо. И человек будет под этим законом, и он никогда не справится со своими делами, потому что законом не может оправдаться ни одна плоть. Аминь. Мы в воскресенье будем говорить об этом. Но когда поднимается семя веры, а пророк говорит, это и есть откровение, потому что он говорит: вера – это и есть откровение. На этом откровении я буду строить церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это семя веры, это семя Авраама, потому что семя Авраама в Аврааме победило, и мы в нем победили. А это то, о чем говорит это семя, которым является, Павел говорит, говорит Христос. Поэтому это Христос, упование ваше, упование славы. Боже мой, больше ничего такого нету, друзья. Это самое главное, то, что мы имеем.
Поэтому пусть вас Бог благословит. Утверждайтесь в этой вере. Не утверждайтесь на себе, не утверждайтесь на ком-то другом, но утверждайтесь на том семени веры, которая побеждала, побеждала, побеждала. И Павел начинает в 11 главе к евреям, говорит, верую, верую, верую. И он начинает говорить, и говорит, мне не хватило бы времени, чтобы описать всех святых, которые что побеждали? Верою. Аминь. Я всегда говорю, любой дар, который в человеке есть, если он не поднимает веру человека, то он неправильно работает. Любой дар. Потому что дар, что-то тут как-то фонит, не понимаю. Это. Любой дар, он должен поднимать веру другого. Понимаете? Не мою веру, а веру другого. Писание говорит, дар не для тебя, дар для другого человека. Поэтому мы, наша жизнь, говорит пророк, вечная жизнь, это жить для других. Аминь. Поэтому этот дар Бог и дал нам, чтобы что? Чтобы я помог ему, чтобы я помог ему, чтобы я мог помочь ему, чтобы я мог помочь ему и так дальше. Чтобы я мог что? Это послание восстановления, друзья. Это не послание разрушения. Это не послание критики. Это не послание осуждения и так дальше. Но это послание восстановления. А кого восстановление, друзья? Тех, которые нуждаются в восстановлении. Как знаете, когда Иисуса обвиняли и так дальше, Он говорит, кто нуждается во враче? Он говорит, больные нуждаются во враче. Не здоровые нуждаются, а больные нуждаются. А мы знаем, как лечит врач. Особенно наш врач, которым является свыше. Искупитель мой жив. И Он восстановит мое распадающее тело. Аминь. И мои глаза, не чьи-то глаза, но мои глаза увидят Его. Боже мой, это обетование. Поэтому, когда сестра начала, я рад за Галю, что она именно так написала, говорит, посмотри на конец. Начало может быть трудным, но конец. Если это твоя книга, то посмотри на конец, как она завершается. Бог восстановил, Бог все возвратил. И возвратил даже вдвойне. О мой Боже, пусть Бог благословит вас. Нам есть на чем стоять. Нам есть чему радоваться. Нам есть куда смотреть. Пусть вас Бог благословит, а то я сейчас начну проповедовать. Димочка проповедует. Вот, а он говорит, смотри, чтобы я не затянул и так дальше. Утром ко мне подошел, говорит, ну, если у меня там быстро я закончу, то ты выйди, пожалуйста, помоги тогда это в этом плане. Сейчас зашел, уже вошел во вдохновение. Пусть Бог благословит, чтобы мы могли тянуть с этого дара. Аминь. А этот дар, он дан для нас. Для чего? Для того, чтобы поднять нашу веру. Аминь. Пусть Бог благословит. Давайте мы помолимся. Наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе, что Ты нас собрал. Господь мой, я знаю, что многие заболели. Это какой-то вирус начал ходить, Господь мой, Боже мой, по нашим членам, Господь мой. Многие, я знаю, не пришли из-за этого. Благослови их, восстанови их, Господь мой. Но если кто-то духовно заболел и не пришел по этой причине, Господь мой, Боже мой, я молю Тебя, восстанови и их, исцели их, Господь мой, Боже мой, чтобы мы жаждали прийти сюда на собрание, Господь мой, чтобы у нас было бы это желание, горение, чтобы мы не находили отговорку, почему мы не пришли, Господь мой. Благослови, я прошу Тебя, благослови всех, кто на трансляции, как у нас в Вильнюсе, как и там за Вильнюсом, в разных странах, которые сегодня будут слушать, Господь мой, я верю, что Ты нечто приготовил для нас, и я благодарю Тебя за это. Да будет прославлено Твое святое имя, имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Поприветствуйте друг друга. Атрибуты Бога славы нам открылись в эти дни. Из послания пророка тайны ухватили мы. Теперь мы знаем, кто мы есть. Хвала Христу, о, что за честь! Бедные есть оригинальная жизнь. Оригинальное семя, оригинальная жизнь, оригинальное слово, в него верим мы. Сын человеческий открыт,
секрет седьмой печати вскрыт, оригинальную жизнь уже видим мы. Наши очи разумения наконец он нам открыл. Раньше были мы в цепях, но он победу нас свершил. Вот юбилейный прозвучал, и отозвались мы тотчас, кресте найдя оригинальную жизнь. Оригинальное семя, оригинальная жизнь, оригинальное слово, в него верим мы. Сын человеческий открыт, секрет седьмой печати вскрыт, оригинальную жизнь уже видим мы. Слово стало нашей плотью, как Писание говорит. Книги наши имена, мы совершенны без греха. Нас помазал, вдохновил и в уделе разместил великий Бог. Оригинальная жизнь, оригинальное семя, оригинальная жизнь, оригинальное слово, в него верим мы. Сын человеческий открыт, секрет седьмой печати вскрыт, оригинальную жизнь уже видим мы. Он нас призвал к усыновлению, полной властью наделил. Воскресит он вскоре и всех нас переселит. Дням язычников конец, нас восхитит наш Творец, который есть. Аллилуйя! Оригинальная жизнь, оригинальное семя, оригинальная жизнь, оригинальное слово, в него верим мы. Сын человеческий открыт, секрет седьмой печати скрыт, оригинальную жизнь уже видит. Сын человеческий открыт, сын человеческий открыт, секрет седьмой печати скрыт, оригинальную жизнь уже видим мы. Приступили к горе Сион, мы приступили к ограду Бога, к небесному Иерусалиму мы сегодня подошли. Дано облечься нам в светлый весон, в чистое Божье слово, праведность святых. Восстань, светись, Иерусалим, ибо свет твой зашел над тобой, ты освещаешься Богом самим. Пусть видят все народы, племена, небесно в сей день вырази буквальную жизнь Христа. Тьмам ангелов мы подошли, торжествующему собранию, церкви первенцев, чьи имена записаны в небесах. Своей кровью он нас искупил, запечатал своей печатью, знаком начала. Восстань, светись, Иерусалим,
ибо свет твой зашел над тобой, ты освещаешься Богом самим. Пусть видят все народы, племена, невеста в сей день выразит буквальную жизнь Христа. Мы приступили к земле живых, Он воскресил нас к вечной жизни. О, насколько мы приблизились к бессмертию в этот день! Призвал названием святым не по делам, по благодати, данной во Христе. Восстань, светись, Иерусалим, ибо свет твой зашел над тобой, ты освещаешься Богом самим. Пусть видят все народы, племена, невеста в сей день выразит буквальную жизнь Христа, буквальную жизнь Христа. Аллилуйя! Так благодарны, что Господь открыл нам глаза, аминь, посредством Его откровения. Я вижу сокровенное, чего не видит мир. Другое измерение Господь мне приоткрыл. Хотя вокруг смятение, спокойнее вполне. Посредством откровения дает Бог видеть мне. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. И победа уже, вся победа уже обетована мне. Вижу войско небесное я, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. Как тучи обстоятельства сгущаются порой. Нет больше замешательства, я знаю, Бог со мной. Известна нам стратегия, все замыслы врага. И это привилегия, аллилуйя, невесте лишь дана. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. И победа уже, вся победа уже обетована мне. Вижу войско небесное я, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. У Бога под контролем все, Он властелин всего. Не происходит ничего без ведома Его. И видим мы, как действует. И видим мы, как действует наш неизменный Бог. И множество еще побед нас несомненно ждет. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. И победа уже, вся победа уже обетована мне. Вижу войско небесное я, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. 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 Аллилуйя. Мы хотим все больше умоляться, аминь, чтобы Он возрастал в нас. Все больше я умоляюсь, ты возрастай.
все больше опустошаюсь. Ты наполняй, чем больше с тобой гуляю по просторам слова я, тем больше я понимаю, как с пути убрать себя. Ты мне дал разум свой, чтоб идти за тобой. Ты моей стал главой, мой Господь, и теперь я полностью твой. Я больше не полагаюсь на разум свой, тебе, Господь, доверяюсь. Ведь ты путь мой, чем больше я постигаю твои мысли обо мне, тем больше я выражаю твою волю на земле. Ты мне дал разум свой, чтоб идти за тобой. Ты моей стал главой, мой Господь, и теперь я полностью твой. И в жизни, Господь, ты снова мне преломи, чтоб каждым твоим я словом сегодня жил. Чем больше, Господь, вкушаю из раскрытой книги я, тем больше преображаюсь. О, мы для этого пришли. Аминь. Ты мне дал разум свой, чтоб идти за тобой, лишь за тобой. Ты моей стал главой, мой Господь, и теперь я полностью твой. Мой Господь, и теперь я полностью твой. Аллилуйя. Слава Богу. Очень рад находиться здесь. Вот, со своими любимыми. Знаете, Бог дал нам друг друга. И это очень ценно. Если мы начинаем немного подзабывать, что мы имеем, то съездите куда-то. Съездите, побудьте, посмотрите. Даже можно не съездить. Возьмите альбом и полистайте назад чуть-чуть свою жизнь. Вот. И у вас опять начнется чувство. Когда-то увидите, столько уже прошли мы вместе, уже такой большой промежуток, да, и мы все здесь, и мы за друг друга стоим. Сколько было битв, сколько было радостей, сколько было всего. И знаете, тогда ты хочешь, сатана, уйди прочь. Если когда-то что-то, знаете, на брата, на сестру у тебя, посмотри вот этот вот альбом. И у тебя опять выйдут, посмотри, откуда мы пришли. И у тебя возьмут чувство, знаете, это мне помогает. Вот, поэтому я верю, что и вам поможет. Поэтому самые дорогие люди, которые есть на земле, это здесь, в нашей церкви. Я с ними проходил путь, я с ними пройду дальше путь. Давайте прочитаем 1 Коринфянам, как бы хочу оттолкнуться от этого. 13 глава с 4 стиха. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всегда надеется, а всего надеется, все переносит. Давайте склоним голову, Господь мой. Аллилуйя тебе, Господь. Я благодарен тебе за то, что ты нам дал эту любовь, Господь мой, что мы распознали, что такое истина, Господь мой, что мы, нам открылось твое слово, Господь, что мы распознали Бога в друг друге, Господь мой. О, Иисус мой, благодарю тебя за этих чудных людей, которые собрались здесь, Господь мой, что ты нам послал твое слово, это соединило нас вместе, Господь. Мы распознали, что мы вечные, Господь мой. Аллилуйя тебе. Дай нам дальше двигаться вместе, Господь, стоять, радоваться, видеть тебя, Господь. О, Иисус, ты говорил, призовите меня, Господь, я всегда отвечу, я всегда приду, Господь. Мы нуждаемся сегодня вечером здесь, в твоем присутствии. Мы нуждаемся, чтобы ты пришел, посидел с нами, Господь. Что-то нам открыл, Иисус мой, это желание нашего сердца, Господь. Убери меня в сторону, Господь мой. Дай мне высказать то, что ты хочешь, Господь. Ты знаешь мое сердце, Господь мой. Возьми мои уста, Иисус мой. Используй так, как ты хочешь. Я отдаю это служение в твои руки, Господь. Дай мне передать те мысли, которые ты вложил в мое сердце. Я люблю тебя, и да прославится твое имя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Садитесь. Благословит вас Господь. Поэтому я благодарен за молитвы, которые были. Вот что. Вы стоите за нас. Я верю, что мы стоим друг за друга. И знаете, когда сейчас эти все поездки, они тяжелые. Любая поездка, она тяжелая, правда говорю. То есть сатана как никогда ополчается. Поэтому Бог дал друг другу, нам друг друга, и мы можем стоять, знаете, и войти в победу, которую Бог что-то совершил у одного, а мы можем стоять и быть соучастниками этой победы. Это ж прекрасно. Поэтому давайте стоять дальше друг за друга. И если, знаете, я буду вести к этой мысли. Если я когда-то последний раз здесь буду стоять, потому что я ехать в эту поездку, я думаю, может, не вернусь. Кто знает, как жизнь пойдет? То есть ты уже на таком состоянии, что ты знаешь, что тебя Бог посылает, но ты не знаешь, что тебя там ждет. И поэтому, знаете, каждого из вас, я верю, что каждого из вас, моих друзей здесь, мою семью, если вдруг вы будете на смертном одре, а меня уже не будет, то вы увидите меня, который придет и поприветствует вас. Или вы скажете, знаете, когда опять он, и здесь он, жить хочу, только не Дима. Но мы жданы друг другу. Я верю, что так же самое и у меня. Если когда мы понимаем, что мы вечны, то мы радуемся друг другу, мы стоим друг за друга. Если вы уйдете, то вы будете приветствовать меня. Если я уйду, то я буду приветствовать вас. Насколько мы связаны? Когда мы в это вникаем, о Господи, дай нам это осознать. Поэтому, знаете, Бог проговорил ко мне на этой неделе пару просто мыслей. Вчера это было. Вот, я так чуть-чуть прочитал одну проповедь, можно сказать, приветствие, и так Господь, знаете, начал говорить, поменял мое мышление. Хочу просто вам засвидетельствовать. Знаете, все хотят, потому что размышление у меня о смерти было. О смерти. Вообще, как? И знаете, все хотят умереть во сне. Во сне безболезненно, без всяких проблем, с любимыми, рядом. Не получится. Могу вас огорчить, не получится.
И знаете, и Господь начал говорить, а чего ты желаешь? Или своего пути? Куда идти, как двигаться, как отойти? Или так, как я хочу? Интересно, знаете, и когда я начал смотреть просто о жизни, как я в прошлый раз, когда выходил, еще вас хочу обратить внимание, кто такой Мелхиседек, пророк говорит. После сражения, он дал от самого себя, потому что причастие – это часть Христа. И когда заканчивается борьба, когда вы уже полностью обессилевшие, именно тогда вы причащаетесь от Христа, становитесь частью этого существа. Поэтому жизнь – это борьба. Борьба. Всегда есть борьба, борьба, борьба. И когда мы смотрим на Христа, как Он окончил? Да? Как Он окончил свой труд? Я просто хочу вас, чтобы у нас было правильное мышление о уходе иногда. Других даже. Матфея там меня это коснулось, когда мы были в Донском. Матфея, 16 глава, 16 стиха. Чуть-чуть прочитаем. Мы знаем Симона Петра. Петр, семья. Да? Семья, 12 учеников. Петр такой великий. Симон же Петр отвечал, сказал. Помните, Иисус сказал, за кого почитают меня? И у Петра откровение. Представляете, это изменило все дальнейшее вообще общение. Вот этот стих изменяет вообще, как они поворачивают за угол, можно сказать. Тогда и Петр отвечает, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, меняет имя. После поменяния имени начинает открываться семь печати твоей жизни. Что ты раньше вообще не видел? Говорит, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Представляете, как он сильно Петра ставит в позицию, да? Да все ученики, представляете, я бы смотрел на Петра. Вот это да! Так, за этим братом я пойду. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле. Представляете, вот Денису, да? Просто хочу, чтобы мы вошли. Он говорит, что свяжешь, Денис, на земле, то будет связано. Что разрешишь? Это же он не каждому говорил. Да я буду с Денисом стоять. Я буду за него. Это особый человек. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Если Иисус это сказал, то значит так было. Правильно? Мы же верим. Значит, Он двигался. Дальше в этом слове, которое о нем было сказано. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Он начал им открывать себя. С того времени, видите, с того времени до этого не было, перемену. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему надлежало идти в Иерусалим и много пострадать, а старейшин и пересвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвал его Петр поговорить с ним. Вот этот вот брат, вот этот вот сильнейший, вот этот, у которого ключи царствия, у которого имя поменял Господь. Удивительно. И отозвал и Петр, начал прикословить ему. Это же имеет еще смелости, понимаете? Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн.
потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. С хороших же помышлений. Но иногда мы думаем, что лучше нам. Он говорит о человеческом. Но мы должны думать, что Божие, куда Он нас направляет. Поэтому если Бог направил туда, то смело иди. И не надо жалеть. Ну, друг друга. Да? Не будем, как Петр. Конечно, понимаете, мы привязаны друг к другу. Конечно, мы любим друг друга. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». В принципе, вот в этом стихе вся моя проповедь и сказана. Мы должны потерять душу свою за Него. Сейчас хочу перейти на Павла. Хочу просто немножко основание заложить. Павла последние дни, апостола Павла. Это тот, к которому мы возвращаемся, да? Деяния, 20 глава, 22 стих. Просто это мое переживание. Я вам рассказываю. Мне бы так хотелось, знаете, чтобы вы залезли в мое сердце и поняли, что я хочу сказать. Может, не всегда, знаете, получается высказать. Может, не всегда я слова не нахожу. Но я верю, что будет когда-то. Что мы сможем высказать именно вот так, как у тебя это вот... Какое откровение Бог тебе дал. Пускай Господь вам поможет словить это. И вот ныне, он говорит, по влечению Духа иду в Иерусалим. Это... Последнее, прощание Павла. То же самое и я. По влечению Духа мы поехали в эту поездку. Не зная, что там встретится со мной. Иногда. Что там встретится? Да не знаю, что встретится. Дениса, когда спрашивал, говорит, влечет Господь меня. Когда вернешься, Денис? Да не знаю, когда вернусь. Раньше, в моей жизни, было более конкретики. Но сейчас из-за такой ситуации ты правда не знаешь, как и что, потому что очень все нестабильно. И ты больше идешь уже верой. Ты учишься ходить, а хочешь, не хочешь. Приходится. И по нашей жизни, я думаю, если так со мной, то и с вами так же самое, потому что мы проходим все одну и ту же школу. Придется ходить верой. Придется видеть то, что невидимое. Придется наступать, а дальше ты знаешь, что Господь усмотрит. Не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью. Только бы с радостью совершить поприще. Представляете, последние, он говорит, мне с радостью бы идти то поприще, которое я иду. Не с таким, опять меня. Нет, он говорит, мы с радостью это. Если нам завтра умереть, или когда умереть, или когда будет конец, с радостью я выполню то, что Господь мне сказал. Не дорожа своей жизнью. Везде поднимал веру. Это удивительно. И у них тоже. Мое слово так. С радостью совершить поприще. Мое служение, да? Спасибо. И то у меня здесь просто мои это. Поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Он, понимаете, он прощается с ними. Ибо я знаю, что... А здесь 29 стих. Хочу просто перепрыгнуть. Не будем все читать.
ибо я знаю, что по отшествию моему войдут вам лютые волки, не щадя царства, стада. Он знает, что к нему будет сложности, но он спокоен. Знаете, вот я так благодарен Богу за то откровение, которое Бог дал нам. Будут волки, да будут. Я сегодня будем рассматривать Дашину свадьбу или Дениса с Лизой. Можем взять любую, но просто Дашина свадьба с Ваней мне самая близкая. Да будут еще как, но ты спокоен. Потому что основание, которое он заложил, оно правильное. Потому что он знает, что слово верно, а оно обещало. 32. Он говорит, и ныне предаю вас, братья, Богу и славу благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Спокоен. Поэтому дай мне идти, мое поприще, с радостью, как апостол Павел. Не быть водимым своим духом и плотью, то, что хочет мой дух, то, что хочет моя плоть, но водимый Духом Святым, куда Он направляет нас. Хорошо. Сегодня хотел бы так, ну, не знаю, но говорю, насколько мне Бог даст это, хотел бы назвать брак, связан с ответственностью. То есть мы видели брак, и наша жизнь вся от начала до конца у Бога в мыслях прописана, да? И мы доверяем Ему, и мы знаем наш финиш, какой будет. И это, знаете, это помогало мне, в поездке помогало мне. Иногда на границе, знаете, мысли разные. Вот ты время один день тратишь зря, второй день тратишь зря, третий день можешь потратить зря. Но приходит слово и говорит, послушай, Дима, ты же вечный. Ну и ладно. Ну и один лишний на земле день, да второй, третий. Но у меня-то вся вечность впереди. Это другие должны беспокоиться о времени, потому что у них сокращается время жития. Но ты вечный. Поэтому если Бог тебе поставил здесь, на сегодня, Он не волнуется, Он доведет свое дитя. Аллилуйя. И знаете, это дает покой. И ты стоишь, и ты расслабляешься. Ну, значит, надо стоять. Бог хотел семью. Бог хотел семью. Мы видели здесь семью, которая зарождалась. И Бог хотел, чтобы со своей половинкой разделить Его царство. И мы слышали, знаете, я так просто, ну, вошел в это, хочется к вам передать, пока вы еще, ну, свеженькие. Потом перейду к свидетельству больше. И здесь стоял Ваня и Даша. И пастор говорил, знаете, просто мне вошел в эти слова, в горе и в радости, в болезни и в здравии, да? В нищете и в богатстве. Он говорил, будешь? Да. И знаете, я так, когда вошел, то испытание во всем. То есть я даже скажу, что лучше я буду в нищете, чем в богатстве. Кажется так, ну, в нищете ты будешь, это плохо, а в богатстве, если это хорошо, да в богатстве еще больше проблем, чем в нищете. Потому что ты можешь много что натворить. То же самое, знаете, и в здравии. Видел я людей, которые сильные, иммунитет сильный. Зачем Бог? Они верят больше своему иммунитету, чем Богу. Поэтому, ну, просто, когда вникаешь в слова, тебе кажется, ну, плохое, хорошее, да везде борьба. Будешь ли ты здоров или будешь больной, будешь ли ты богат или будешь ты нищий, но везде, когда создается семья, Бог что-то хочет выразить. А сейчас время коротко.
Сейчас время коротко. Богу хочется быстро выражать. И знаете, Ваня вчера стоял, ну, в воскресенье стояли здесь с Дашей. Даша такая красивая, такая радостная. Поехали они в свадебное путешествие в Дурскинькай, или в Дурскинькай, кажется. Бешенос. На следующий день она лежит. Заболела. И уже Даша совсем другая. Она такая, не радостная никакая. Она слабая никакая, не сильная. Она не позитивная, она более... Ваня звонит, я сегодня с Аллой разговариваю, звонит, говорит, что делать, скорую вызывать? Мама, что делать? В моей жизни никогда этого не было. Первый раз же. Испытание. Брак. Как я назвал? Еще раз, просто. Связан с ответственностью. Я хочу, чтобы мы просто, ну, я для себя хочу, чтобы, может, дальше по заметкам даже не буду. Хочу, чтобы мы поняли, мы не должны быть эгоистами. По-другому. Хорошо. Для чего мы невеста? Для чего Бог нас избрал как невесты? Для чего мы здесь сидим? Потому что мы можем посмотреть на невесту как Бога, да? Мы можем посмотреть на церковь и пастора, и мы можем посмотреть на меня и мою жену. Ну, на третьих вещей. И когда мы иногда просто так не переносим, ну, не всегда, сегодня хочу сконцентрировать. Поэтому всю жизнь, я скажу, в моей жизни, не знаю, как у вас, может, у меня уже 12 лет я в браке, Лиза. И 12 лет я стараюсь, что, как это, сохранить свой брак. С каждым годом, кажется, уже прошли 12 лет, а ты сохраняешь свой брак. А сатана постоянно хочет разрушить брак. Постоянно трудности. Или я нахожусь в хорошем состоянии, или в плохом состоянии, или у меня все хорошо. Но постоянно у сатаны 200 миллионов борются для того, чтобы разрушить мой брак. Так же само и невеста Христа. Они постоянно будут говорить, что ты не невеста, что ты это, что ты это. Разве в церкви не так же? Вы думаете, что все в порядке? О, у нас церковь, все хорошо. Сатана будет все время пытаться что-то сделать. Напасть на Олега. Эстер женилась на нем, думала, все хорошо, все. Уже не может играть. С ногой лежит. Оказывается, коленки слабые у него. Ну, операцию мы просто недавно сделали. Мы здесь его не увидим еще месяц. Наверное. Трудность, а мы должны поддержать друг друга. Бог и дал нам, чтобы мы могли поддерживать друг друга. Связан с ответственностью, а не с похотью. Давайте сейчас перейдем еще к одному. Не для удовлетворения твоих чувств Бог дал тебе семью. Для чего мы здесь сидим? О, мне поют, играют музыканты, проповедует проповедник. Как мне хорошо. Ну, в семье. Для чего тебе семья? Для чего тебе жена? Я, знаете... Ну, так никогда не мыслил. Читал одну цитату, и там так прекрасно сказано. Говорит, после спасения, пророк об этом говорил, Бог дал самое, что не есть, лучшее для тебя, это супругу. И если человек
не обращается с супругой так, как об этом сказано, то как у него может быть спасение? Представляете, посмотрев, как в семье обращаются муж с женой, ты можешь сказать о спасении. Потому что первое, что ты имеешь откровение, это спасение. Если ты понял, что такое искупление в твоей жизни, тогда ты будешь проявлять и к жене искупление и все остальное. Но если ты не понял, то и тогда будешь и к жене так же само относиться. Не дает ли варенье наших чувств? Знаете, когда думаешь дальше, то же самое. Ну, просто, может быть, пастора выйдет лучше, или он подчеркнет воскресенье. Знаете, когда Ваня и Даша так же само создавали семью, они же не только создавали семью, но у них появились и родственники, за которых Ваня уже ответственный. И он несет ходатайство. Они стали родственники моему. И теперь он должен нести бремена так же само, их ответственность. То есть, когда происходит брак, у нас есть ответственность. Не то, что мы хотим детей, не хотим детей, хочу нести, не хочу нести. То, что я хочу, 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 вот это хочу, вот это хочу. Я хочу, что думает Бог об этом. Что думает Бог о моем хотении. Знаете, и ты смиряешься, и говоришь, если Господь, ты хочешь, чтобы я поехал, если ты, Господь, хочешь, чтобы я встретился, я твоя невеста. Не за то, что мне... Знаете, это же прекрасно. Самый богатый Господь наш, самый красивый дом, самый мудрый. Но не из-за этого я его невеста. Не из-за того, не из-за своих эгоистических, что я вижу, что он мудрый, он хранитель самый лучший, самый сильный, крепкий. Почему ты невеста? Почему мы церковь? Поэтому мы распознали служение в церкви. Мы распознали мы молились за каждого, который служит, да? И если теперь кто-то что-то съел, кто-то куда-то наступил, знаете, мы, ну, просто я хочу еще раз напомнить, была прекрасная проповедь. Когда тот голый, нищий лежал, как смотрел каждый, который проходил. Да, на него разбойники напали. Да, бесы. Бесы истязают людей. Вы не представляете, как я поехал, насколько я пережил это. Ты едешь, и ты видишь, мы попали в Ессентуки. Более сильно духовно битвы я не видал. Земля вся изрыта от бомб. Семьи пострадавшие. Знаете, чувствуешь себя, как, не знаю, как в Донецк 8 лет, которого бомбят, 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 живого места нету. И ты приезжаешь туда. Знаете, ну я так чувствовал себя. Как, знаете, тот, который может помазать елеем. Встретиться еще хочу, чтобы вы, может, поняли меня больше. Матфея, 10 глава. Мое сердце, знаете, где бы я ни был. Иисус говорит, в какой бы ты город и селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин. И там оставайтесь, пока не выйдете.
а входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш перейдет на него. А если же не будет недостоин, то мир ваш вам возвратится. Знаете, я в это верю. Ну, по-настоящему верю. Поэтому, встречавшись, я говорю: я хочу побыть в вашем доме. Потому что ты знаешь, кто ты есть. Потому что ты знаешь, что ты можешь оставить исцеление, оставить мир. Когда мы приходим в дом, вы не представляете, когда ты же сразу же чувствуешь, какая проблема. Если ты не побудешь в доме, так встретишься, то, может, не заметить. Но если ты побыл в доме, ты видишь: а, я могу ходатайствовать за это. Вот здесь у них этого нету, а здесь этого нету. Я могу стоять за своего брата и сестру и сказать: Господи, помоги им. Сестра Люда. А, ну, сначала. Поэтому, знаете, Бог проверяет наши взаимоотношения, насколько мы сильны, насколько. И что, пастор, знаете, для меня это опять уроком, Господь меня учит. На последнее хлебопреломление было высказано. Просто мы не встречались, поэтому кто-то, может, слышал. Пастор говорит: помните, опасайтесь, сатана может войти внутрь семьи. Если он пытался по бокам залезть, не получилось, то, говорит, он сейчас может внутрь зайти и начать что-то совершать. Я так, знаете, сижу на лавке, а 12 лет в браке вот недавно было. 16, понял. 16 лет в браке. Думаю, сильный я. Это не мне. Ну, у меня с Ксюшей все в порядке. Ну, что еще может быть? Там вот это другому, наверное. Слово говорится, друзья. Я даже это не высказал. Просто, знаете, в мыслях у меня. Будьте чуткими, если Бог говорит что-то. Я хочу, знаете, быть чутким. И вот я прихожу домой, все в порядке, здесь это. А сатана же проверяет. А Бог и пошлет его, чтобы обязательно проверить, а все ли у тебя хорошо. И ко мне приезжает Андрей Богушевич со своей супругой, Кулеш с Венспуса со своей супругой, ставит свою машину красивенькую во дворе. И Ксюша, бум, взад ему. Прямо во дворе. Мою машину, которая столько свидетельствовал. Прямо при соседе, который ее и продал. И сказал хранить мне ее. Она берет и разбивает ее. Боже мой. Андрей стоит это. Что делать? Да ничего, стыдно, страшно. Стыдно при всех. Лучше бы это было где-то, лучше бы это когда-то было. Да еще так нелепо. А почему это случилось? Вечером Ксюша несет постель, говорит: сегодня мы спим отдельно. Потому что я тоже не могу всегда вырезать. Сразу же Бога. Ты иногда, знаете, в ступоре. Ты просто не знаешь, как реагировать. Сижу в своей комнате, Валер. А Господь говорит: у вас все хорошо? Разве слово не звучало? А ты немножко поставил себя выше других семей? Ну, может, у кого-то проблема, у тебя не будет проблем. Обстоятельства и показывает, как мы можем справиться. Слава Богу, что слово звучало, Денис. Оно же звучало мне, может, не кому-то другому. Оно же и мне звучало, потому что слово всегда звучит раньше, чем происходят определенные проблемы в нашей жизни. И если мы чутки к этому слову, то тебе будет очень легко. Поэтому это не затянулось на месяц, не затянулось за неделю, на один день. Я сижу
И у меня это же сатана. Он хочет трещину поставить, недоверие и все остальное. А я как раз в поездку уезжаю, а Ксюша там сидит. А у него то же самое слово. То же самое говорит. Это же сатана. Он хочет недоверия. Это вся обида, это неправильные действия и все остальное. И когда слово работает с ее сердцем, слово работает с моим сердцем, мы встречаемся и говорим, это же сатана. А мы не будем победители. Мы распознали. А в следующий раз еще будем сильнее. Все, Бог дал, он дал, он забрал. Ну так хочет. Как так? Ой, друзья, когда смотришь, еду дальше, поехали с Марком. Благодарю Господа за Римидаса. Знаете, я не знаю, как для кого, а для меня он попечитель, посланный от Бога. Удивительно, он даже сам не знает, что он попечается иногда. Я должен был ехать через Беларусь. У нас уже все, план через это, потом в Россию через Беларусь. Приезжает Римида с Нюрой. Говорит, у нас кулечек в Беларуси передашь родственникам Нюриным. Я говорю, ну хорошо, передам. Звоню этому родственнику, а завтра я должен выезжать. Говорю, я тебе кулечек хочу передать. А он говорит, я очень рад, Дима, но ты не имеешь права поехать. Я говорю, как не имею права? Говорит, не имеешь права, меня высадили, я уже ездил на машине, а он армянин, паспорт армянский. И говорит, а потом я пересаживался на поезд, пытался, тоже высадили. А потом знаешь, как трудно возвращаться? Говорит, весь разбитый, побитый. Господь всегда предупреждает. Но Римидаса не было. Потом. Здесь-то я выиграл битву. И вот утром нам мне выезжать, и я вообще в другую страну еду, в Латвию еду. А я так хотел избежать Латвии. Так я хотел избежать этой границы. И вместо той, с тех своих планов, понимаете, я думал в Брянск поехать. Мы уже соединились там. У меня уже был маршрут построен. Бог все за сутки меняет. Ну, не за сутки, меньше, за полсуток. Удивительно. Едем мы в другую, в Латвию. Проезжаем границу, стоим там, не помню сколько, уже давно было. Проезжаем границу, и едем дальше, и стоит 200 машин обратно ехать. 200 машин мы считаем. Я заголу, Господи, я так и знал, ну зачем мне эти проблемы? Ну 7 суток люди стояли, чтобы проехать границу. А там без разницы. И все с Украины бегут. Представляете, у меня просто сердце разрывалось, когда я смотрел. 150-я машина с маленьким ребеночком стоит. И она понимает, что 4 дня еще стоять. А это еда. Это памперсы. Это подмывать ребенка. Это ужас. Думаешь, Господи, я стенаю. Я не хочу, чтобы такое было. Ну, это касается моего сердца. Говорю, Господи, я не знаю, я как подумаю, 7 дней стоять. Поехали дальше в поездку. Марс смотрит же, СМИ читает. Говорит, Дима, 700. 700 машин. Знаете, сейчас опять Господь дает мудрость. Марк, говорю, давай мы не читаем СМИ. Больше с этого момента мы СМИ не читаем. Бог усмотрит. Как? Ни представления не имею. Но если Бог нас сюда послал, то Бог и выведет. Если Он сочетал читу, понимаете, мы же верим в молитву. Да. Даже если бы я и дальше, брат Игорь, дальше 2 недели, все равно бы Бог, Он сочетал, и Он не отступит. Иногда кажется, что ничего не выйдет. Иногда кажется, человек плохо идет, не туда идет. Но мы доверяем друг другу или не доверяем? Ну ладно, Богу в первую очередь. В первую очередь Богу. Но если Бог так же само в нас, неужели Он не поможет Олегу? Неужели не поможет Симону? Мы распознали в нас, что мы вечные. Это же сильное откровение.
Он усмотрит все в нашей жизни. Нам самое главное – идти тем путем, который Бог нам дает. А Он усмотрит. Как, не знаю. Я говорю, двигаешься верою. Ты не знаешь, как получится. Да. Боюсь, забуду. Приветы хочу передать. Хочу передать приветы. Знаете, пастор передал приветы свои. Вот, но мне тоже передавали. Знаете, побыли мы первые, это приехали в Русский Донецк. Мы не думали, что туда приедем с Марком. Мы должны пастора были оттуда забрать. Конечно, туда собрались люди. Я бы очень хотел. Знаете, даже сейчас прочитаю. Я так не скажу. Иногда, знаете, вдохновение сходит. Вот, ну, вот нужные слова. Сейчас. Проезжая, встречал неповторимых людей. Как-то неповторимых, да, людей в Царстве Божьем. Знаете, когда у Давида, чем израильский народ имел привилегию? Что они все жили вместе. И они знали друг друга. И у Давида, помните, были 30 лучших. А все там написано вообще 37. И ты вот ездишь по городу, Денис, и видишь, он один из лучших. Он победитель в этом городе, в этой деревне. Он такая сила. Я просто счастлив, что я могу ему руку пожать. Я бы и так не справился. Едешь в другое, это один из величайших людей. И когда-то мы все будем вместе. Когда ты это осознаешь, Боже мой. Думаю, если все дары, Валерочка, вот эти вот музыкальные, конечно, хочется здесь 10 скрипок и 5 этих. Но когда-то будет. Я говорю, есть те люди, которые сильнейшие люди в этом послании, которые победители, ты их встречаешь и говоришь, Боже, когда-то ж мы будем вместе. Будет непобедимая армия. А Бог ваяет. Он знает, что нам не надо быть всем в Вильнюсе. Ну, кого-то там, да, военные действия, постоянно там, нету этого. Может, никогда диакона у них в церкви нету, не было и не будет. Много таких церквей. Но я благодарен Богу, что Бог нам дал. Мы просто благословленные люди. Дай Бог нам стоять друг за друга. Я очень благодарен, что я познакомился с ними. Знаете, ты стоишь, и ты видишь прекрасный брат, прекрасная сестра. Самые лучшие войны, да? Так что вот, с Русского Донецка от воинов вот этих величайших, брата Василя и ее супругу, о, Господь, благословит их. Они настолько жертвенные, там все, кто был, кто нас принимал, кто других сестричек со всей местности собрались. Знаете, и когда слышишь их свидетельства, это просто сверхъестественно, это чудно. Много можно рассказывать, знаете, но люди говорят, где Бог в вашей церкви иногда? Ну, я уже не буду рассказывать все эти, потому что Он живой. Он живой. Ты с каждым встречаешься, и это чудо из чудес. Ну, так не придумаешь. Одно свидетельство сестры расскажу. Меня одна просто коснулась сильно. В Синдуках, одно из последних. Сестра потеряла мужа. Живет сейчас как бы три ребенка. Она Олега Сивачева, жена. И у нее такая маленькая АК машина. Кажется, АК. Можно фотку было показать. Я сфоткал специально, ну, ладно, потом. И такая маленькая, она едет. Говорит, Господи, ты знаешь, у меня нет денег. Как? Дай, откуда-то финансы, дай увидеть этот путь, чтобы как-то выжить.
едет, едет, останавливается и взад. Бух ей. Господи, что же это такое? Дверь даже открыть не может. Она сложилась, это АК у нее. Вылезла через другую дверь. Дядя говорит это, ну, я не знаю, ну, первый раз, извините. Как-то так говорит это. Я не знаю, сколько стоит это. Как будем, как делать? Не хотим полицию вызывать. Едет другой мужчина, его друг какой-то. Остановился. А, что у тебя здесь? А, это стоит, это. Говорит, сказал цену, все посчитал и уехал. Она сидит дальше. Думает, вот это да. Он заплатил и поедет. Колесо, знаешь. Доезжает до этого автосервиса, говорит. Приехал, говорит, ну вот это. Говорит, а сзади меня приезжают еще одни, ну, вот сюда сервис. Три таких, говорит, амбала выходят с машины таких больших. Говорит, а что у тебя проблема с машиной? Взяли машину, растянули. Говорит, Дима, ничего не надо платить. Двери открываются, все нормально. И Бог ответил ей с этими деньгами. Понимаете? Ну, когда ты слышишь вот такие свидетельства, Боже мой, ну, это просто один такой случай, который меня коснулся. Он говорит, а эта машина разваливается. Я говорю, ну, Бог знает. У меня было свидетельство. Бог знает о твоей проблеме. Бог знает, как деньги дать. Может быть, вот таким способом. Может, другим. Но у Бога есть ответ. Но Он смотрит, как ты будешь обращаться. Или нет, все плохо у меня в семье. Все плохо у меня в церкви. Все плохо проповедует Дима. Нас каждого Бог создал по-своему, друзья. И когда ездишь, видишь вот эти самородочки, ты бы так, может, не поступил. Но Бог их бережет. Бог следит за ними зорким взглядом. И они дойдут. Как? Не знаю. Сатана говорит, не дойдут. Но если Бог начал свой труд, дойдут. Понимаете? Как? Не знаю. Едем мы обратно. А там на границе дебош сделали. Ну, на этой вот границе, которой я. Люди, которые стоят так долго, ну, представляете, что у них творится? Ну, они начали бунт. Им закрыли границу, украинцам. Сказали, больше вы через эту границу не ездите. Я с тетей Людой еду. Моя тетушка дорогая. Значит, она верой двигается. Я должна попасть в Вильнюс. Я уже купила платье, взяла на свадьбу. Приезжаем, я говорю, тетя, мы едем, когда подъезжаем. Если будет две машины. Если бы, я видел 200. У меня вера, конечно, сильная. Но еще я уже проезжал 3 раза. И такого не было. Ну, самое меньшее, которое я стоял, 15 часов. Я тебя расцелую, говорю, 40 бусик дам. Приезжаем, две машины. Ну, я просто поражен. Вместо хотя бы, я думал, ну, 30 будет, ну, 15, ладно. 2 машины? Разве это не Бог? Бог хранил везде. Проходим самый короткий, когда я проходил границу, 3 часа всего лишь, Валер. Приходим и говорят, сестра Люда, вы не имеете права ехать. Но столько молились людей за то, чтобы она проехала. Да? Вы не представляете, что я переживал. Я просто вам маленькие вещи. Сатана постоянно бьет. Да, у тебя ничего не получится, у тебя не это. Ты не воле Божией, ты здесь это. Да, это не избранные люди и все остальное. А что христианин верой? А скажите, когда мы можем сказать, да будет да твое, принимаю, как нет? В каких отношениях, в этих ситуациях мы должны это говорить? Такие полегче, которые? Нет, Бог проверяет. А что вы теперь скажете? А разве я не видел Бога всю дорогу? Разве я не хранил от животных, которые выскакивали? Разве от водителя не хранил? Разве не было самое короткое?
очередь, которая в моей жизни была, самая быстрая, я не прошел границу. Боже мой, если бы я 2 суток стоял, и потом не пустили бы, потом опять 2 суток туда, чтобы завести. Боже, благодарю Тебя. И вот мы едем обратно. Как ты поступишь? Ну, тетушка, тебя ж предупреждали. Бог проверяет, выросли мы или не выросли. Боже. Хорошо. А тетушке больше не буду. Она счастливая, видите? Я рад. Если бы раньше, может быть, я так не отреагировал. Но мы проходим путь. И у Бога все запланировано в нашей жизни. И совет нас там так же самое есть. Давайте проверим Диму. А давайте проверим Симона. А давайте проверим Вильнюсскую церковь. Разве это не будет? Я говорю, он постоянно проверяет мою семью. Он начал проверять Ваню с Дашей. Насколько у них. И дальше будет проверять. Постоянно, каждый год будет проверять. А от этого крепче становится. Семья становится, Божья семья, с каждым испытанием становится крепче. Доверие растет. Потому что раньше бы я так не сделал, но сейчас я уже сильнее. Я уже не тот, кто был раньше. У меня доверие есть к ведущему пения, который поет. Может, покороче можно было спеть Андрею сегодня. Нет, я доверяю. Господь, ты знаешь, как подготовить людей. Ты знаешь, как вести Римидаса. Ты знаешь, как вести Ромаса. Ты знаешь, как вести Юру, Виталика, Влада. И ты доведешь. Несмотря на то, что сатана мне говорит, ты отражаешь это все. Аллилуйя. Они победили. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Знаешь, когда ты видишь этих победителей, они победили. Я встретился с той парой, на которой мы фотографировали там, в Сентуках. Я говорю, брат, сестра, говорю, чтобы я не услышал о вас в следующий раз. А у них плохо. А они чуть не разводятся. У меня вера есть. Я видел, что Бог свое чудо совершал, когда их сочетал. Я видел, что Бог в этом, и Он доведет дальше. Хранить будет брак. Верой мы что-то можем высказывать от слов свидетельства. Да сильная моя жена, да мои дети, спасенные мои дети, невзирая ни на что, мы стоим за своих детей. Поэтому я горд, что я знаком с такими сильными людьми, что мне Господь помог. Знаете, мы не можем все контролировать, понимаешь? Господь учит, мы должны доверять друг другу. Ты никогда не сможешь во всем быть умным. Не можем. И когда мы читаем Библию, приходила к нему та вдова или та, или тот, который проказой. Мы дальше о нем не знаем ничего. Но они приходили к Христу, Господь совершал свое действие, и Он был спокоен за них. Бог дальше доведет. Ты соверши тот труд, что тебе надо с этим человеком. А дальше у Бога есть план, как его довести. Не обязательно тебя контролируют. Так, ну как у тебя там? В прошлый раз я в Донецке, когда был, познакомился с армянином, Миша его зовут. Первый раз приехал. Ну, я кому-то рассказывал, не рассказывал. Он на одном собрании побыл, а потом сказали, что его там двоюродного брата убили, и надо было на похороны ехать. Ну, в АТО там, на войне. И сатана взял его и даже от другого собрания убрал. А он только такой начинающий. Ну, больше я его никогда уже не увижу. Сатана мне. А чего там это? Зачем его номер брать? Ну, человек такой. Пришел, ушел. Если бы мне сказали, что в следующий раз в поездке я его крестить буду, не поверил бы. Но Бог вот такой чудный. Он говорит, не-не-не, кто самый неверующий? Дима.
Там был один служитель, был другой служитель, третий служитель. А Бог говорит, нет, ты должен, потому что у тебя должна вера подняться. Звоню ему потом. А, здесь я уже, Игорь, номер его взял. Говорю, Господи, ты что-то делаешь. Для меня это невозможно. Один в деревне, новообращенный. Говорит, Дима, я на стройке везде. Там только мат, там только курят. Там только мир весь. Говорит, у меня нету, кто меня бы мог поддержать. А чем ты можешь помочь? А таких людей встречаешь везде. Но ты знаешь того, который может поддержать. И ты можешь стать ходатайством. Не переживай, говорю, брат. Мы ж отдали в руки не человека тебя. Слава Богу. Давид говорит, лучше мне в Божьи руки попасть. Хочу прочитать одни цитаты, которые меня просто, ну, не то что ободрили, а брат Вин говорил такую проповедь, падение на свой меч в битве. Знаете, это сильнейшая проповедь. Просто, ну, для меня, я когда-то ее читал, но когда я прочитал после этой поездки, я ехал в машине с Марком, и мы включили, я столько проповедей прослушал за это время в поездке, я благодарен Господу, это было незабываемо. Вот, и он там, ну, если бы мы это поняли, это нам бы помогло очень сильно. Он говорит, мы можем изранить людей своими же словами. И мы можем поднять их своими словами. Мы можем укрепить их веру своими словами. Мы можем разрушить их веру своими словами. Дай нам, Господь, быть мудрым. Он же Петру не просто сказал, что свяжешь, что не свяжешь. Что ты камень. Он о невесте что говорил? Насколько у нас есть сила и в слове, то, которое мы говорим, отношения нас друг к другу. Знаете, я просмотрю себя, Господи, помоги мне не ранить. Иногда вы видите, как человек ослабевает под нагрузкой. Нагрузка становится невыносимой. Склон становится для них крутым, и им хочется сдаться. Если в прошлый раз мы ехали, и было для моей машины испытание, то этот раз для моего тела было испытание. Потому что мы по таким горам пошли, Денис, что я в жизни по таким не ходил. Склон крутой. Просто вот такой крутой. Ты держишься, ну, они молодцы, братья, но я бы гостей никогда не повел. Ну, по такой тропе. А они нормально все. Выживет, так выживет. А Бог мне говорит, вот такая у них жизнь. Сложная. Склоны. Вот такие тяжелые. И знаете, то, что мы так же и выражаем в жизни. Склон становится для них крутым, и им хочется сдаться. А вы не замечаете, что они не могут нести этот груз. Давление, напряжение, нервное напряжение, психическое расстройство, недостаток ободрения, недостаток стимула в их жизни. Так что они просто начинают сдаваться. И они только и думают о том, что как убраться отсюда. Я встречаю этих людей. 218 параграф. Мы должны жить таким образом, чтобы окружающие нас люди имели больше вариантов, чем упасть на меч. Боже, помоги мне. Потому что, знаете, иногда пообщаешься, ну, со своей женой, что ей хочется упасть на меч. Ну, вот так ты довел. Или ребенка своего.
Боже, от нас много что зависит. От наших слов, от наших действий. Дай нам жить так, чтобы окружающие люди в вере поднимались, а не заводить их в то, что они хотят, смотря на себя и на свое неумение. Петр сказанул. А дальше? А как братья на него? Много. Посмотрите, все совершают ошибки. И Ваня совершит, и Даша совершит. Но не в этом дело. Дело в вере. Бог дал частичку вот этого Бога, вложил в Дашу, в Ваню. Бог благословил их частичкой Бога в нас. И Он дальше доведет. Мы верующие или неверующие? Я там с братиком этим говорил. Мы говорим, что мы верующие, говорю. А я говорю, ты неверующий. Лучше бы тебе быть искренне неверующим. Потому что верующий, он верой ходит. И если слово говорит, он говорит аминь на это. Понимаете? А если слово говорит, а ты не двигаешься, как ты можешь? Ты просто сам себе врешь. Если мы верим по-настоящему, что пастора Бог поставил, мы говорим аминь. Или он на пенсию может отправиться. Не, ну я просто хочу, чтобы мы немножко поразмыслили. Так о каждом даре. Господи, мы видим, как Бог являлся, проявлялся. Он знает, когда убрать, не переживайте. Он знает, когда много. Я встречаюсь с людьми, там все семьи покоцаны. Большинство у женщин мужья умерли. Сатана хочет разбить семью. У него это всегда. Представляете, день и ночь он думает, чтобы сделать такого, чтобы Дима с Ксюшей развалились, чтобы сделать такое, чтобы церковь в Вильнюсе развалилась, чтобы делать такое, чтобы невеста Иисуса не выросла в то должное состояние, в котором она должна. Но Бог уже поставил ангелов на земле, которые защитники, которые распознают, что идет сатана, и звучит слово, которое ты можешь войти. Друзья, пророк приходил к баптистам и получал оттуда благословение. Я говорю, если у вас в церкви проводится любое собрание, и ты не можешь прийти и получить благословение, он получил благословение с туземцами, бегая около костра. А ты говоришь, Бога нет. Подход твой, вера. Я разговариваю с людьми. Вы не представляете мое сердце. Ты видишь, они хотят слова. У них много болезней. У них много, очень много духовных сейчас болезней. В духе. И ты понимаешь, что это большие шрамы. Но ты видишь, они жаждут. И ты готов умереть за них. Понимаете? Он умер за нас. Разве мы не должны умереть друг за друга? Ну или так, или не так. Или верим мы, или не верим. Но мы отдавали жизнь Христу. Он являл чудеса. Поэтому я за каждого готов умереть. Бог проверит. Готов я ли умереть в первую очередь за жену? За детей? Обязательно споткнется моя жена, обязательно что-нибудь натворит. Ну, или я, так же самое по отношению ее. Упаду, натворю. Но мы можем помазать друг друга елеем. Сказать, я стою за тебя. Мы должны жить таким образом, чтобы окружающие нас люди имели больше вариантов, чем упасть на меч. Чтобы, несмотря на то, что вы видите, что вам хотелось бы пойти таким путем, у вас был такой человек, к которому вы могли бы обратиться. Ценно. Когда есть тот, который может быть ходатаем за тебя. Послушайте сейчас на трансляции. Иногда вам хочется быть одиночкой. Не пытайтесь стать одиночкой. Вы часть тела.
И это член. Если у вас грильница с углями, и вы возьмете один уголек и вынете его, положите его отдельно, он потухнет. Остальные останутся там. А если вы будете оставаться там, то вы начнете вместе гореть и вместе поддерживать огонь. Я хочу знать, я хочу сказать, давайте поднимемся выше и постараемся сделать больше. Постараемся стать более заинтересованными. Постараемся иметь любовь Божию, вместо того, чтобы постоянно твердить о ней и говорить: «У меня есть любовь, у меня есть любовь». Проявите ее друг к другу. Ты говоришь, что ты христианин, что у тебя любовь. Я не говорю, разные битвы. Разные мы проходим. Но представляете, я живу в семье, которая верующая в послание. Мне было это очень трудно. И воскресенье приходит, и она едет в одно собрание, а ты едешь в другое собрание. Первый раз в моей жизни. Это неправильно. Твое все нутро говорит, так не должно быть. Но сатана так настроил берега всяких. А ты видишь и там Бога, и ты видишь там Бога. Господи, где я полезен? Господи, что ты хочешь от меня? Не разборки. Я говорю, даже не рассказывайте. Что, да как, не в этом дело. Я не поставлен на это. Но я поставлен поднять веру в вас, показать, что он живой. И знаете, что свидетельствуют люди? Говорят, мне так хорошо в общении. Я могу высказать то, что другим не могу высказать. А кто же делает, когда Дух Святой приходит, свобода приходит. Человек становится самим собой. Он может говорить то, что раньше не говорил. Уходят эти баррикады. И ты можешь просто выслушать и получить из человека исцеление. Что Дима сделал в поездке? Да не сильно чего. Сидел, слушал людей. Сидел и благословлял. Но я знаю, что это была воля Божия. 100% я могу жизнь за это отдать. Я познакомился с замечательными людьми. Поэтому примите поздравления с Донецка, как я говорил, с Мелитополя, Виталик, Старожок, с Женей. Удивительная церковь. Могу рассказывать о них. Пускай Господь благословит. Сентуков, многие братья и сестры передавали привет. Брат Саша Симин, папа, передавал огромный привет. Там проповедовал у них. Интересно. Знаете, Господь мне так дал. Говорю, мы родственники. Я не знаю, кто как. Говорю, а мы родственники. Я не знаю, кто из других может претендовать на родство. А я могу. Я могу сказать, все. Все, мы родственники. А если мы родственники, значит, мы созданы друг от друга. Значит, у Бога есть мысли о нас двоих. Поэтому я могу быть ходатаем для вас, а вы так же само нужны мне. Если б не было этой свадьбы Серафима с Рувимом, то б мы там и не были. Но Бог захотел. Я могу вам очень долго рассказывать эту историю. Когда ты видишь руку Божию, о, остальное все падает. Так какая мне разница, что там или там? У Бога есть план. И Он хотел видеть меня в Ессентуках с Марком. Он хотел пастора там видеть. Потом в Кулешовке. Все, да, пастор посмотрел на время. Поэтому брат Алексей Волков, он, мы ночевали у него, он передавал привет. Сестры и братья также передавали привет. Не буду всех перечисливать. Вот, да, спасибо. С Кулешовки Александр, Андрей, пастор Павел, все они очень вас любят. Каждый со своей частичкой, знаете. Потому что если они любят кого-то из нас, да, они любят и нас. Мы же одно.
Мне так нравятся проповеди брата Юры. Ну, а твои так. Ну, а когда это... Понимаешь, что брат Юра бы не был таким, если бы меня не было. Точно вам говорю. Верой. Мы связаны. И как, когда ты понимаешь, я благословение тот, который есть, потому что вот такое пение здесь прекрасное, такие музыканты. Вы не представляете, сколько раз меня музыка исцеляла. Там, когда ты просто включаешь нашу музыку, это важно. Каждый человек, который здесь сидит, поверьте, это важно. Это приносит исцеление людям. Бог дал нам свою позицию. Сатана же хочет, чтобы мы вышли из позиции. Сатана хочет наш дар показать, что он незначительный, что он не нужен никому, что в тебе не нуждаются. Каждый член нуждается. Ну ладно. Все. Поэтому давайте стоять друг за друга. Мы, Господь хочет использовать нас. На следующий собрание час назад надо перевести будет. Время переведено. Так что не забудьте, что на час назад будет служение. Также у нас есть именинники. У нас есть именинники. Это Эмилия Неделька, Оливия Степаненко. Узнал, что у нее тоже день рождения. Наверное, сегодня. Матфей Шевчук, Вика Франгу, Игорь Радкевич и Аннушка из Фруктового. Ой, Фурмановки. Сестры Тани, дочка. Так же самое Люся Брецун написала: «Дорогие церкви, прошу помолиться молитвенной поддержки. Завтра предстоит первый этап лечения, операция, потом химиотерапия, потом второй этап, более сложная операция. Благодарю Господа за исцеление и святых за поддержку». Так же самое в нашем церковном чате. Аня Венсполс. А, Вильнюс уже, да. Да, это у меня. Аня. Это наша сестра. Дианина мама. Дорогие братья и сестры, прошу поддержать меня в молитве. Болят суставы ног. С благодарностью, сестра Аня. Ну и там Ольга Пасенко. Дорогая семья, мы тоже нуждаемся в молитве. Маму Игоря положили в больницу COVID и двухстороннее воспаление легких. Просим помолиться прежде всего о спасении души и исцелении. Ну и брат Василь Куль, я думаю, мы все читали, он просит, чтобы мы помолились за его внука, сестры Нелли, ему 13 лет. У него тоже проблемы. Давайте встанем. За маму? Да? Хорошо. За твою, да? Не вижу ничего. А, первая? А. Да, Валера Радевич, да. Да, естественно, моя мама нуждается в молитвенной поддержке. Сегодня ночью увезла скорую помощь в больницу. Сегодня готовится операция на кишечник. Верим, что Господь управит руками врача. Управит. Знаете, я не знаю, как еще веру поднять. Но Господь усматривает все в нашей жизни. Усматривает наш вход, он осматривает наш выход. Он знает, когда нам уйти. И это никакая не проблема, если мы уйдем. Это наоборот, быстрее там окажемся. Представляете, вы у меня увидите, то есть я вас увижу через секунду, там быстро время придет, ваше тоже. Ну, если посчитать, сколько лет, 70, да? Раз и мы встретились опять. У Бога есть
определенные мысли ради нас, об нас. Мы должны стоять друг за друга. Поэтому, конечно, мы помолимся, вспомним это все, но братья и сестры, те, которые на трансляции слушают, Бог силен. Бог, Он знает вашу нужду. Бог, Он знает то, что мы проходим. Какая боль в нашем сердце. О ком даже, знаете, если кто-то не записал сюда нужду. Разве Бог не знает? Он дал нам такой характер, определенные склонности, я имею в виду, что мы от родителей взяли. Он знает, он все прошел, был здесь на земле. Он знает, как трудно, и он не хочет, чтобы мы мучились, чтобы мы страдали. Но он хочет что-то нам показать определенными вещами. Я верю, когда мы понимаем, он усматривает дальше все. Давайте будем ходатаями. Господь, склоним наши головы. Я благодарен Тебе, Господь мой. Аллилуйя. За эту возможность, Господь мой, стоять в молитве за Твоих детей. Это тоже позиция, Господь. Это тоже важно, Господь мой. Когда мы можем помолиться друг за друга, Господь, когда мы можем поддержать руки, как у нас говорилось на проповедях, когда у Моисея руки ослабляли, кто-то другой подбегал и говорил: «Я с тобой, брат». Может это быть смс, может это быть звонок, может это быть просто улыбка или помахать в камеру. О, Господь, я не знаю, как Ты хочешь нас использовать, но дай нам не упустить этой возможности поддержать друг друга, Господь мой. Дай нам не быть равнодушными, Господь. Дай нам следить за нашими словами, за нашими эмоциями, чтобы мы не относились к этому браку безответственно. О, Господь, Ты хочешь нас использовать, Господь мой. Ты хочешь, чтобы мы стояли, Господь мой, за Твое дело, которое Ты совершаешь здесь, на земле. Дай нам быть неравнодушным за Него, Господь мой. Совершить свое поприще, Господь мой. Аллилуйя, когда мы видели Ты Павла, Господь мой, усматривал все в его жизни, Иисус мой. Разве Ты не усматриваешь сейчас в нас? Я столько свидетельств слышал везде. Не видел. Никакая граница, ничто не может удержать, когда Ты направляешь человека в одну или в другую сторону, Господь. О, Иисус, Ты во всем заботишься. Дай нам прожить эти дни, Господь, которые размерены нам, поддерживая друг друга, Господь мой. Мы стоим за брата Василя. Большинство он нас поддерживает. Со своей супругой, с их церковью, Господь. Помоги там, Господь мой. Помоги этому брату Мише, Господь мой, который, Господь, принял, заключил завет. Ему там сложно, Господь мой. Он там, Господь, нуждается в Тебе, Иисус мой. Как никто, Господь. Но Ты знаешь, как его поддержать. Ты знаешь, как прийти сверхъестественно и показать, что Ты с ним, Господь мой. О, Господь! Он, Господь, хочет служить Тебе, Господь мой. А мы стоим за него, Господь. Огради его, Господь. От всяких, Господь мой, сложностей, от тех, которые, Господь мой, если сатана какую-то ловушку ставит, мы ходатайствуем за него. О, Господь! И этот мальчик 13-летний, сестры, Господь, Нелли, Ты знаешь его, Господь мой. Это юноша, Господь. Эти самые сильные годы его, Господь мой, которые начинаются, которые он может дальше служить Тебе, Иисус мой. Мы просим за его душу, Господь мой. О, Господь, потому что тело и дух — это не настолько важно, Господь. Но коснись его, покажи, что Ты Бог, Господь мой. Дай, чтобы он мог преклонить колени, Господь мой, и обратиться к Тебе за помощью, Господь. Чтобы он сам, Господь, мог стоять и верить свою душу Тебе, Господь мой. О, Иисус, помоги ему, Господь. Помоги сестре стоять в его деле, Господь. Ты дал ей сына. Она, как никто, может быть ходатаем за него. Она, как никто, и может, мать, может
с верой обращаться к Тебе и быть защитой. Дай ей веру, Господь мой. Ты знаешь брата Валеру, Господь мой, сестру Аню, Господь, это для меня дорогой человек, Господь. Насколько я знаю, это единственная моя тетя, Господь, которая осталась на этой еще земле. О, Господь мой, Ты знаешь, я люблю ее, Господь. Тогда, Господь мой, она получила исцеление, Господь мой, от давления, Господь. Когда приходила здесь, Ты показал мне раз, что Ты любишь ее, что Ты с ней, что Ты заботишься о ее нуждах, Господь. Я знаю, что Ты послал тех врачей. Ты знаешь, кому, когда. Ты знаешь, какая смена. Ты усмотрел все, Господь. Дай ей веру, Господь мой, что Ты и дальше доведешь ее. А мы стоим за нее, за нашу старицу. Помоги ей, Господь мой. Благослови брата Валеру, сестру Аню. Дай им поддержкой быть. Алину, Господь мой. Для их мамы, бабушки, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус мой. Ты знаешь также маму Игоря, которая с ковидом, двухстороннее воспаление, Господь. Я их не знаю, Господь мой. Но я знаю, что ничего не бывает случайного, Господь. Ты знаешь, когда допустить, и Ты знаешь, как привести человека, Господь. Ты знаешь, как ему, Господь, проговорить. Когда-то Ты двух юношей, Господь, трех юношей, Ты не мог к ним проговорить в Иерусалиме, но Ты их ждал в Вавилоне в огненном печи. Ты там назначил встречу с ангелом. О, Господь! Ты знаешь, как довести до этой встречи с ангелом каждого из нас. Иногда нам кажется это неправильно. Иногда мы не понимаем, почему. Но, Господь, Ты знаешь, как дотронуться до этой души, Господь. А мы ее отдаем в Твои руки, Господь мой. О, Иисус, помоги ей, Господь, быть спасенной, Господь, в это тяжкое время. Так же самое и сестру Аню, Господь мой. Суставы ног. Господь, ей нужны эти ножки, Господь. Дай ей правильно использовать их, Господь мой. О, Господь мой, помоги моей сестре, Господь мой. Она много пережила уже в своей жизни, Господь. Мы так давно идем вместе, Иисус мой. Это одна из тех сестер, которые, Господь мой, от начала, Господь мой, нашей церкви, Господь. И мы стоим за нее, Господь мой. Я знаю, что мы в вечности будем вместе, Иисус мой. Я знаю, что когда-то мы будем стоять и сможем пообщаться так, как я, от сердца к сердцу, Господь мой, даже не используя, может, уста, но мы сможем понять, что в сердце каждого, Господь. Я знаю, что она проходит определенные битвы, Иисус мой. Как я говорил, каждый. Сатана обрушивается, Господь, но у Тебя есть свой путь. Аллилуйя. Мы можем доверить Тебе свое тело, свой дух. О, Иисус, и это все на пользу нам, Господь. Я верю, что Ты, Господь мой, усматриваешь ее жизни дальнейшее, что она, Господь мой, еще славные времена у нее в жизни, Господь, будут. Дай ей, Господь, бегать этими ножками, Иисус мой. Мы станем за нее, Господь. Удали эти всю эту, что сделала суставы, что они приняли, болят ей, Господь мой. Дай ее ближе к Твоему Слову, Господь мой. Дай Твое время особое сейчас, Господь, чтобы она могла слышать Тебя. Приди своим ангелом, посети ее, Господь мой, чтобы эти недели, Господь мой, были особые для нее, Господь, что она могла бы верой взглянуть на те обетования, которые в Библии, которые Ты говорил через пророка своего, Господь мой. Аллилуйя Тебе, Иисус. А в этом сила, Господь. Подними веру моей сестры, Господь, чтобы она могла здесь засвидетельствовать, потому что они были, Господь мой, победили своим свидетельством.
Дай засвидетельствовать сатане и любой болезни, сказать, что мое тело исцелено. Какие бы симптомы ни были, чтобы она могла встать, идти и исповедовать. За меня стоят люди. И это мне дано. Аллилуйя, Господь. Ты видишь сестру Люсю. Это дорогая наша сестра. Господь, она дорога моему сердцу, Господь. Мы столько уже тоже прошли вместе. И вот ей нужна эта химия. Первый этап, как она написала, второй этап, Господь. Ты проводишь своего дитя через определенные трудности, Господь мой. Ну, ты знаешь путь, Господь. А мы стоим за нее, Господь мой. Если твоя воля, чтобы она получила на моментное исцеление, Господь, мы знаем, что ты, тебе ничего невозможного, Господь. Аллилуйя тебе, Иисус мой. Мы стоим ходатайством за нее, Господь. Если есть возможность врачам не вмешиваться, Господь мой, соверши это, Господь мой. Подними ее веру, Господь, в это слово, Господь, чтобы она сказала, я исцелена. О, Иисус мой, если ты хочешь исцеления, чтобы было через врачей, подними ее веру и тоже скажи. Пускай она скажет, что я тоже исцелена. Аллилуйя, потому что исцеление только Бог может дать, Господь. Дай ей быть в вере, Господь мой. Дай, чтобы у нее вера не поколеблась, как Иова, Господь. Какие бы трудности не были в ее жизни, она столько уже пережила, Господь. Аллилуйя, а ты дальше ваяешь свое дитя. Ты дальше показываешь, насколько ты чудный, Господь, в его жизни. Что ты усматриваешь ее нужды. И как бы сатана ни нападал, у тебя всегда есть выход. Благослови ее, Господь. Мы стоим за нее и будем поддерживать на этой неделе все эти нужды, Господь. Пускай те сестры, братья, молитвенники, пускай у них, Господь мой, будет эта нужда, Господь мой. Чтобы они поддерживали этих людей, Господь мой, на которых сатана особо нападает. Поддержи нас, Господь мой. Каждого из нас, Иисус мой. О, Господь, ты знаешь, Господь, если не твое слово, мы никто, Иисус мой. Если бы не твое слово, мой брак бы и года не прожил. Если бы не твое слово, мои дети бы давно погибли. Если бы не твое слово, то бы у меня ничего не было. И я бы уже был на той стороне, Господь. Но твое слово всегда поднимало меня. Оно хранит меня. Оно оберегает меня. Я хочу в него входить. Я хочу сокрыться в этой башне в это сложное время, когда везде вирусы, когда везде депрессии, когда везде висят против невесты. Но ты нам дал слово, которое может защитить. Дай нам не пренебрегать этим, Господь мой. Дай нам вбегать в него. Дай нам, Господь мой, находить утешение в нем, Господь мой. Аллилуйя. Дай нам открывать это слово и видеть себя, видеть, чтобы оно говорило к нам на сегодняшний день, чтобы оно было живо для нас. Аллилуйя, Господь. Чтобы это не было теорией, фантазией, чтобы это было реальностью, Господь мой. Аллилуйя. Помоги нам стоять за нашего пастора. Помоги нам стоять, Господь, за наших деканов. Помоги нам постоять за наших служителей, за наших ведущих пения, Господь мой, попечителя. Ромас там, Господь, Ромас в поездке. Его нет, сегодня мог взять и эту миссию брат Сигис, Господь. О, Господь мой, благодарим Богу за него, Господь, что он мог встать за этот пульт, Господь, и быть этим, который сказал, я встану. Я буду этим ходатаем. Я встану в эту позицию. Аллилуйя, Господь. Благодарю, что вот такие мы, Господь. Вот так ты нас создал, что мы можем помогать друг другу, когда в сложный момент. А мы стоим за каждого, Господь. За наших музыкантов. За Владоса. За Эдвардоса. За Симона. За Олега, который сейчас с ногой лежит. И у него сделали эту операцию на коленко. Ты знаешь, как залечить, Господь мой. О, Господь, нам нужны его ножки, Господь мой. Когда они нажимают на педали, Господь, это благословение для нас, Господь мой. Аллилуйя, он нужен еще семье своей, Господь. Помоги ему, пускай это исцеление быстрее будет в
о теле, Господь. Ты знаешь также, Господь, каждый, кто что-то проходит, Господь мой, сегодня, Иисус мой, помоги нам каждому, Господь, помоги молодым семьям, помоги Денису с Лизой, Господь мой, как бы сатана ни нападал на них, дай им отражать эти атаки. Помоги Даше с Ваней, Господь. Я благодарен Тебе за них, Господь, что уже с первых дней Ты их учишь определенным вещам. С первых дней, Господь мой, Ты их проводишь. О, Господь мой, я благодарен Тебе. Каждое испытание — это победа. Каждое испытание мы становимся крепче. О, Господь, благослови их, Господь, чтобы это была крепкая семья, чтобы они, Господь, могли засвидетельствовать, что Ты создал их друг другу, чтобы они раскрывали друг друга, Господь мой. Чтобы, Господь мой, они были благословением для нашей церкви, Господь. Чтобы они были благословением для Твоей невесты, для Твоего тела, Господь мой. Как я зачитывал, дай нам не быть этими ночками, Иисус мой. Чтобы мы поняли, что сила наша заключается, когда мы греемся в друг друга, Господь. Дай, чтобы когда нам плохо, мы бежали к друг другу, Иисус мой. Мы бежали к тому Богу, который в нас. А Ты нам дал друг друга не просто так, Иисус мой. Дай нам не пренебрегать этим, Иисус. Дай нам стремиться, Господь мой. Аллилуйя Тебе, Иисус. Благослови всех этих людей, которых я видел там, Господь мой, в этой всей поездке. Начиная от Дорохова, о, Иисус мой, кончая Ессентуками. Это была длинная поездка, мы сделали 8 тысяч. Но Ты хранил нас, Господь. Ты знаешь всех людей, которые в моем сердце, Господь. О, Господь мой, благослови, Господь, их, Господь мой. Веди их дальше, Господь, доведи их, Господь мой. Я верю, что у Тебя есть в мыслях. Аллилуйя. Трудное для них, Господь. Дай им войти в этот удел. Дай им укориться, укорениться в том слове. Аллилуйя Тебе, Иисус. Подними ихнюю веру. Аллилуйя. И наша, Господь мой, эту неделю, Господь, будущую, дай нам дальше светить. Тобой, Господь, этому миру, Господь, с кем бы мы ни встречались, дай, Господь, чтоб этот огонь, Господь, который Ты вложил в наше сердце, чтоб, Господь, как мы читали, Господь мой, чтоб от нашего, Господь мой, общения люди не чувствовали себя униженные, люди не чувствовали себя, что они ничтожные, что они, Господь мой, чтоб им хотелось пасть на свой меч, Господь мой. Сатана так этот мир сковал. Единственный свет, Ты дал это послание этого часа в людях, Господь. Многие люди не могут прочитать, Господь. Они не могут в это войти, но Ты нам дал видение, дал мудрость, Господь мой. Пускай там сестра Аня, Господь, в больнице, будет свидетельством, Господь. Те, которые вокруг нее бабушки, кто бы ни был, чтобы они могли засвидетельствовать, что здесь особый человек. Не просто так Ты ее поместил туда. Избранные не могут быть просто так в разных местах. О, Господь, коснись, Господь, когда-то Ты коснулся Андрея, Господь, Кирмана. Будь свидетельством там же, так же само, в палате той, Господь, что порчир за свидетель, что это особый человек. Аллилуйя. Дай нам. Дальше, когда мы будем расходиться, Господь, разъезжаться, благослови нас и помоги, Господь мой. Я даю все в Твои руки. Это все служение во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Друзья, будем дальше стоять друг за друга. А Бог доведет. А, именинники, ну давайте, да. Да, это важно тоже. Еще штучка моя там. Не из-за этого. Да. Именинники. Что-то я не могу так, именинники, вот. Господь, Ты нам дал недель камелия, Господь мой, эта девочка, Господь,
О, Иисус мой, я благодарен Тебе за супруга, Господь мой, брата Арнеста и сестру Таню, Господь. Это чудная семья, Господь мой. И я просто удивляюсь, Господь, как Ты нас чудно создал каждого, Господь мой. О, Иисус мой, я так благодарен Богу за них, Господь, что Ты дал нам в нашей церкви эту чету, Господь мой, что Ты дал им деток, Господь. О, Иисус мой, я люблю их, Господь мой, дай им мудрости, как воспитывать деток, Господь, чтобы их детки были, Господь, благословением для них в первую очередь, Господь мой, для соседей вокруг, чтобы они были благословением, где они в школе, Господь, или в садике. Дай им мудрости так воспитывать, чтобы этот свет сиял в них, Господь мой. Дай им мудрости, Господь, показывать Бога в их жизни, Иисус, чтобы они не упускали эту возможность прославить Тебя с семьей. Благослови мою Оливушку, Господь мой. Я благодарен Господу, что Ты дал ей уже 2 годика. И она могла, Господь мой, быть радостью для меня и утешением. Веди ее дальше, Господь мой. Дай, чтобы она радовала нас, а дай мне мудрости, как правильно воспитывать, Иисус мой. Благослови также Матфея Шевчука, этого тоже ребенка. И так благодарен Господу, что у нас столько детей в церкви, Господь мой. Аллилуйя, Ты нам так дал. Мы такие богатые, Господь мой. А это благословение, Господь. Он говорит, умножу. Аллилуйя. Я так благодарен, что Ты умножил нас, Господь мой. Что-то у нас столько детей маленьких, которые в будущем будут Твои сыновья и дочери, Господь. Хотя они и сейчас сыновья и дочери. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благослови этого Матфея. Дай, чтобы он был помощью отцу. Чтобы отец видел Тебя в нем. Аллилуйя. Помоги им, Господь, также воспитывать. Вика, тоже ребенок. О, Господь. Франгу. Эта семейка с Украины приехала к нам, Гриша. И мы можем уже видеть их где-то, Господь мой. Я так восхищался, Господь. Мы немножко мало с ними знакомы, Господь. Когда я сидел в паспортном столе, и детки там были послушны и сидели, Господь, Ты им уже дал мудрость. Ты вложил в них определенные вещи, Господь мой, которыми я восхищаюсь, Господь мой. Благослови их обильно, Господь. Дай этой Вике, Господь мой, светить тем светом, который Ты вложил в нее, Господь. Дай, чтобы родители имели мудрость, как воспитать ее. О, Господь мой, дай, чтобы мы определяли, когда каприз, а когда у ребенка что-то плохо, Господь. Дай, чтобы мы не были поверхностные, Господь, но чтобы мы, Господь мой, могли вникнуть в нужду ребенка, Господь мой, из-за чего у нее то или то. Аллилуйя. Помоги, Господь, Тебе также брату Игорю, Господь. И для меня он ценный, Господь мой, очень человечек. С его супругой, Господь. Благодарен Господу, что Ты дал его, Господь, в нашей церкви. Что он может его аминь, аллилуйя, когда он поднимает руку. Это ободряет меня, Господь мой. Его служение, то, которое есть. Господь, дай дальше, Господь, ему распознавать его и утверждаться. Чтобы эта семейка была крепкая, Господь мой. О, Господь, дай нам быть помощью друг для друга. Аллилуйя, Господь. Я стою за него, Господь. Благослови его в дальнейшем все эти годы, Господь. Пускай он будет светом и помощью, Господь мой, для возрастания Твоей невесты, Господь. Аллилуйя. Благослови также Аннушку, Таню и дочь Фурмановки. Помоги ей, Господь мой, этому ребеночку, Господь. Благослови ее. Дай мудрости маме. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, детки. Удивительно. Я благодарен Господу. Знаете, когда я там свидетельствовал, я говорю, Господь мне не дал привести сюда на собрание людей, но Он дал родить. А это же тоже великая вещь. Родить ребенка в Царство Божие. О, Господь, дай нам мудрости. Благослови Господь Жанночку. Знаете,
То, что детки здесь пели, играли, та сценка. Я не знаю, кто во всей этой кухне, но я слышал свидетельство. А для меня это важно. Когда на той стороне люди говорят, мы получили благословение от ваших деток, знаете, это дорого моему сердцу. Пускай Бог даст нам труд, чтобы мы не, знаете, а сатана будет постоянно бить каждого. Каждого, чтобы кто-то перестал что-то делать. У него много что уже получилось. В моей жизни лично. Я хочу восстановления. Я хочу, чтобы я был еще горячее. Я хочу двигаться. Господь мне дал удел. Я не хочу, чтобы этот удел, как это называется, редел. Или, плоды были менее густые. О, Бог дал. Он говорит, расцветет, принесет. А разве эти не плоды? Пускай Господь благословит. Все, Андрюш, выходи. Бог знал, какое семя послать на это время, когда вокруг влияние от бледного коня. То семя побеждает, назад не отступает, и семя то никто иной, но это ты и я. Ты и я, кого Бог предопределил, семя веры нас вложил. Ты и я на стороне Христа стоим. Ты и я, ты и я, ты и я. Есть в Библии примеры, как это семя веры в бой смело шло, когда была захвачена земля. Бог дал нам поручение нести освобождение. Теперь на большие дела помазан ты и я. Ты и я, кого Бог предопределил, семя веры в нас вложил. Ты и я на стороне Христа стоим. Ты и я, ты и я, ты и я. Сегодня тварь стенает и в муках ожидает, когда свободу от оков получит вся земля. Падут оковы тления, ведь дал Бог откровение, что в мире искупители сегодня ты и я. Ты и я, кого Бог предопределил, семя веры в нас вложил. Ты и я на стороне Христа стоим. Ты и я, ты и я, ты и я. Кто смерти не боится и с ней готов сразиться, когда лицом к лицу встречает бледного коня, получит откровение и не увидит ленья, прославленное тело в миг, войдем мы ты и я. Ты и я, кого Бог предопределил, семя веры в нас.
нас вложил. Ты и я на стороне Христа стоим. Ты и я, ты и я, ты и я. Ты и я, ты и я, ты и я. Аллилуйя, мы благодарны Господу, что Он хранит нас в Своей могучей руке. Аминь. Как зеницу ока Он меня хранит, как орлицу строго Он за мной следит. Огненной стеною за меня стоит, и передо мною всех врагов сразит. Огненной стеною за меня стоит, и передо мною всех врагов сразит. Не изнемогает и не устает, Он оберегает выход мой и вход. Путь Он открывает там, где нет пути, выход помогает в тупике найти. Путь Он открывает там, где нет пути, выход помогает в тупике найти. Он не повернется никогда спиной, хоть идти придется узкою тропой. Помню, что для Бога дорог я всегда, как зеницу ока Он хранит меня. Вечной благодатью, вечной благодатью увенчал меня, как седьмой печатью встретился с ним. Пусть вас Господь благословит.